Что, друзья, всем привет, с вами Одескин, и у нас сегодня достаточно интересная игра, называется она Panzer, и сразу запускается игра, и мы попадаем вот сюда, нет никакого меню вот оно, а это у нас получается разогревка, вон вармап снизу я вижу, и вот такие у нас танчики, мы им управляем, так, пробел у нас прыгает, может переворачиваться делать, все что угодно, это у нас ПКМ, ПКМ как сведение, точность выстрела или как? Но он и так стреляет пик в центр. Я немножко не понимаю, зачем у нас самонаведение получается. А что будет, если упасть вниз? А ну, ага. Нас не пустит. О! Вы видели? Вы видели? У нас есть скиллы. Смотрите, Q. Это у нас что? Shield. Это у нас щит. На 4, ну около 5 секунд щит. На 3 даже, наверное, секунды. Давайте сейчас посмотрим. Зарядился. Раз, два, три. Да, трехсекундный щит у нас есть. У нас есть дэш, это рывок. Ой, а это я shift нажал. Кстати, shift у нас ускорение. А где оно заканчивается? Снаряды переключать можем. А shift у нас бесконечное. Ускорение у нас бесконечное. Это очень здорово. Ага. Когда мы летим, мы... Воу-воу-воу, это был дэш. Когда мы, короче, летим, мы руководим стрелочками, куда у нас будет танк смотреть. Так, вот наш дэш. Это рывок. И есть у нас еще эрка. Это такая штука. Класс. Эрка, я так понимаю, это у нас ракета. Ага, мы выпускаем на точку, и она через какое-то время она прилипает к объекту. Наверное, все же это будет прилипать она к объекту противнику. А давайте search session. Ладно. Давайте запустим сессию. Может, все-таки к нам. Так, кстати, звук. Я хотел звук настроить. Input. Это у нас invert look. Это у нас настройки input. Ну, то бишь клавиши. Управление, если быть точным. No limit. Off, on, off. Выключен. Это черное у нас, значит. Васин. Все на максимум. Ну и давайте search. Так, search station было. Go create. ODSKN плюс будет. Пусть будет. Пусть у нас будет зона. Постгейм. Ну идем посмотрим, что. Вармап. Разогревочка у нас идет. Так, противника я никакого не вижу. Зато пока даже регион, откуда я. Хе-хе-хе. Оп. Мапапирурирурай. Видели, что может вытворять этот танчик? Слушайте, а может быть, если все правильно рассчитать. Ай, не так чуть-чуть. Кнопки перепутал. Ну, старые. Старый я уже стал, чтобы правильно в кнопки попадать. Так, у меня заряжено. Раз, два. Есть эта тема. Смотрите, прикол. Ай, не получилось, не запрыгнул. Так, ладно. Гоу, покатаемся на карте, посмотрим, что тут вообще будет и как. Кстати, вот у нас есть трамплинчик очень интересный. Эх. Почти. Почти получилось, как я хотел. Но сама фишка того, что мне нравится ландшафт. И здесь именно тупо танковая, бодрая танковая рубилова как раз осуществляется. Так, ну что, друзья, я так понимаю, противника у нас не будет. Можно спрятаться даже так. Можно в укрытие спрятаться, покемперить, но никаких кустов. Вот еще укрытие. Тебя, наверное, услышат, как танк работает все равно. Противник должен будет услышать. 10 хп, ну... Что, наверное, все-таки надо будет подбить всех наших танкистов, поиграть в эту штуку. И, ребятушки, может быть, даже стрим с вами сделаем, чтобы повеселиться. Как раз, чтобы были у меня соперники или кто-то в моей команде. Вот, чтобы мы порубились друг против друга, хоть посмотрели, как это выглядит танково рубилово. И да, пока что в игре, я так понимаю, один танк. Всего три способности у этого, один танк, три вида снарядов. АПА это я не знаю, АПБ это Б, АПЦ это С, АБЦ три вида снарядов.
Вот, видимо, они... Так, ну что это у нас? О, это у нас быстрее. Скорость разная, да. Смотрите. О, это я не жму назад. Он сам разгоняется. Инерция даже есть. Инерция от выстрела. Здорово. Ну вот. Ну что, друзья, обязательно оставлю в описании, я оставлю то, как попасть на бетку этой игры. Она бесплатная, она открытая, и я так понимаю, сейчас можно на нее попасть, учитывая, что сервера работают, и что, правда, нету людей, к сожалению, жалко. Ну, я надеюсь, мы с вами все-таки соберемся и повоюем вместе в этой игре, а может быть, я даже и там мозольку, дезик и так далее, банду собрать нашу. И может быть какой-то часик побегать в этом мясе, в каком-то БТРе в сумасшедшем. И да, хочется, чтобы увеличилось количество танков, если мы не будем поддерживать игру, если разработчики не увидят заинтересованность нас в проекте, то очень вероятно, что этот проект не взлетит. Ну, по крайней мере, хотим другие танки, хотим другие скиллы. А там уже посмотрим. Да, друзья, ссылочка, еще раз напоминаю, ссылочка будет в описании. Как попасть на этот бета-тест. И, конечно же, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Одескин. Коротенький видос получился. До новых встреч. И, конечно, не забываем подписываться на канал, ставить лайки и делиться этим видосиком с вашими друзьями. Все, пока-пока.